Всем привет из Аверят. Немножко капает дождик. Уже вечер. Я сегодня весь день ждал, обещали ливни и грозы. В итоге вот чуть-чуть только что смочило, и все. А я тем временем решил вспахать. Моя задача, значит, стоит какая? Вот это поле будет под грядки, насколько я знаю. Все полностью. Вот это частично под грядки и под картофель. То есть вот там вот, где вот в самом конце кусты белые с малинкой, нужно до них вспахать. В принципе, объем не очень большой. И с каждым годом моя практика дает результат. И с каждым разом все меньше и меньше времени уходит на вспашку. Сейчас моя задача подготовить коня, переобуть и пахать. Чем я сейчас и займусь. Уйдет моя помощница. Умеешь переобувать коня? Всем привет. Коня нет. Сейчас будешь помогать. Пошли. Держи давай там за ручки. Так. Вообще легко снялось. Сейчас мне надо, чтобы ты на ту сторону завалил. А? И заваливаться. Оп, тихонько. Все, сейчас наоборот. Давай, наоборот. Еще. Что можешь стать? Блин, чуть-чуть. А вот все. Смотрим. Большой будет брусок. Так, сейчас этот брусок туда стоит. Надо это сюда подставить. Я вот не знаю, как эта штука называется. Но она тоже нужна. Где у меня помощница? Давай, держи. Смог, ты еще жрать будешь. Ничего страшного. Такой жирный. Сука. Все. Это регулирует глубину вспашки. Получается, я вот буду пахать вот на такую глубину. Где-то, ну чуть меньше. Можно глубже сделать. Все. Пора одевать сапоги. Слабонервным не смотреть.
круг почета сделал. Последний финальный. Сколько, интересно, там натикало? 50 минут. Вот 50 минут у меня ушло то, чтобы вспахать вдоль и поперек. Вот таким образом асфальт превращается в пух. Прямо не асфальт был. Не асфальт. Хорошая земля. Видишь, я как уже научился сразу раз тебе грядочки сделал. Тропинки, вот это все. Это что там, дамба лежит? Да тут столько кладов ее нашлось. Костей зарытых. Копыта вот. Да? Ну, ясно. Работаю, короче, я за еду. Мне, пожалуйста, пиццу, пельмени, окрошку, ну и бутылку. Только брокколи сегодня. И бутылку. Макарон. Чего-нибудь. Козлячь там у нас тусуются. Завтра это остальное поле пойдет в бой. Сегодня ну, сколько? Там, ты уже пахал ведь? А что, здесь не пахал? Здесь нет. Тут только под картошку. Да я бы не там пахал. Угу. Да я думаю, что часа за три можно управиться. Завтра с утра буду пахать. Завтра 9 мая. Здесь только надо немножко разровнять сразу. И все. Это надо сюда на кучу. Это все. Вот тут? Ага. Ну, подготовку сделаем и все. Тут таким образом происходит у нас спашка земли. Ну, я за Сережей ходила. Может, я бы никуда не пускала. Почему? Сырники собирал. А, много насобирал? 3 ведра почти. 3? Вот эта штука, видите, как достает? Ну, лапки хорошо достают. Рубит. Ну, вот там плохо пахалось. Почему? Потому что там блоки газобетон стояли 3 года. Вот здесь. Здесь и вот часть вот там, в самом конце, плохо пахалось. В том году, потому что там не садили, там было. Там блоки были. Здесь не было блоков. Вот 3 этих кубика тут стояло. И 2, и вот тут сколько штук? 6, наверное. Вот они вот так стояли, и вот там сколько-то стояло? 2 или 3. Mm-hmm. Вот. Поэтому так. Конь немножко поехал. Сейчас покажу, вот тут масло потекло. Бенз выливается. Кстати, сколько там, интересно, осталось, сейчас гляну. Был полный бак. Вот так вот. На, будет. Ну, на пополовинке наливать или какие-то резинки сюда ставить, другие, хотя вот стоит резинка, от нее эффекта вообще никакого нет. Ну, такие вот дела. Ну ладно, все, дорогие мои, пора идти на кормежку. И закрывается. И закрывается, зараза. Я прощаться с вами не буду. Вы увидите сегодня, что будет завтра. Доброе утро. День второй. Значит, планы немножко поменялись. Сегодня вообще шикарнейшая погода. Вчера вот почистил немножко гусиные лапки. Называется эта штука гусиные лапки. И заметил, что у меня одна немного загнута. Но это не критично. Значит, командир поставил задачу, нужно вот ту кучу перегнившую перевести куда-то сюда. Но для этого нам необходимо обратно переобуться, зацепить тачку. Ну, в общем, делов-то на 5 минут всего лишь. Приступаем.
как-то вот с этим мотоблоком это проблема вообще. Вечно. Все время такая хрень. Фух. Ну что, погнали? Так. Че, есть еще вилд? Опа. Может, вилд, я буду убрать. Давай. Только на червя где-то кучку оставить. Сколько это уже куча лежала? Не берется что-то. Может, ты с той стороны встанешь? Сейчас я накида. Ветки вот эти. Кузи. Где махаешь? Так, пришел тут он. На, его закрыть. Витюшка, иди ко мне. Лети. Надо раздеваться, загорать. Жир-то плавиться должен. Я жирный всегда. Кормят хорошо. Сегодня поедем. Дедушки с бабушкой. Сегодня 9 мая. Все, кстати, с праздником. С Днем Победы. Понятно, да, что надо меньше грузить? Мотоблок легкий, взрывается. Я что-то набуткал. Еще дорогу.
В общем, было принято решение, так как у нас есть перегной, хороший прямо перегной, мы решили его положить вот на те грядки, где у нас не пахалось 3 года, да, ведь, по-моему, тут? На те грядки решили положить. А? Ищи. Вот. А так как еще было не вспахано здесь, да проходи, подцепили тележку от мотоблока. И на тележке сколько вот? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз съездили. Привезли сюда. Чтобы здесь земля была плодородна. Ну а теперь задача простая. Объем известен. Можно приступать. Техника начинает мозги компенсировать, по-другому не сказать, то ремень, то пружинка. Сейчас начинается веселуха. Ну все, в общем, это надолго, эти ремонты сейчас все начнутся. Вот такая у нас отличная техника для вспашки. Не успел я, к сожалению, допахать. То мотоблок сломается, то кто-нибудь позвонит, то клиенты приедут. Ну, в общем, сейчас покажу, что я сделал. Еще батарейка на камере садилась. Вот там, значит, запахал на один раз. Прошел по периметру. Обозначил границы. Вот они, да? Ну, тут осталось часа, может быть, на 2. Надо ехать к дедушке с бабушкой. Сегодня как-никак праздник. Мы договорились, что мы приедем. Мотоблок меня, конечно, огорчает. То бензин проливается, то, ну, в общем, время с ним приходится дополнительное проводить, чего я крайне не люблю. Ну, вроде бы как все. На этом мы, наверное, закончим этот сюжет. Завтра я доделаю эту работу, а сегодня буду уже отдыхать. Чего и вам советую. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.